Всем привет, с вами Краткобес, сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием Вечный Цилиндр. Соответственно, наливаем чаёк, сажимся поудобнее. Сегодня у нас будет, ну, максимально атмосферненький вечнецкий контент. Вот, и, естественно, и мутационный в придачу. Вот, в прошлой серии мы смотрели на моменте, где мы с тобой в очередной раз пришли в какую-то непонятную пещерку, узнали от старейшины, что и как уничтожить цилиндр. А точнее, что мы его нихера не уничтожим, и нам придется отсюда свалить. Вот. То мы и так якобы молодцы, у нас уже есть мутации, и мы, в принципе, можем сохранить наш, получается, геном. Вот, ну точнее, геном трибунов. Вот. И, в общем-то, все. Сказал, что нужно найти убийцу или как тут, кто, короче, жрет киаталов и киахералов. Тут, по-моему, должно быть написано. А тут почему-то написано, не удалось получить информацию. Замечательно. Хотя, по идее, нам уже все сказали. Ну, ладно, я думаю, что мы сразу же продолжим. Не будем тут ходить, бегать, искать какие-то перки, какие-то там жизни, какую-то другую херню. Давай сразу просто возьмем и пойдем проходить игру. Если что, финальчик у нас скоро будет, по идее. Я по факту не сняю. Нам куда-то вон в ту сторону, получается, лучше всего идти. Можно решить проблему с едой, а для этого нужно найти чувачка, у которого ничего в этом животе нету. Ну и потом, естественно, взять вот кого-нибудь, тебя, чтобы быстрее добежать. Ладно, я думаю, то, что пока поищем еду, с водой у нас проблем никаких нету, вот с едой вот возникают. И как ты видишь, тут еды нет. В принципе, можно и так, наверное, пройти. О, да, давай лучше так и пройдем. Если что, потом еду найдем. Тут с ней никаких таких проблем особых-то и нет. Вот. Ну и все, идем. У меня, в принципе, по стамине все замечательно. Нам просто самое главное доехать, долететь вон до той штучки. Во. И тут, как обычно, будет подстава. Да. Которая нам немножечко просрет этот, как его, самин. Замечательно. Но, да, в принципе, по барабану эту историю. Мы, кстати, с тобой ищем один из предметов, чтобы, не знаю, чтобы сделать себе бесконечную мутацию на создавание каких-то бомбочек. Вот. Не знаю, зачем я это захотел сделать, но нам, по крайней мере, просто одного объекта не хватает. Так что, в принципе, да и чё бы и нет. Так, в принципе, мы успели, да, цилиндр далековато, хотя смотри, как он быстро фигачит. Так что смотреть долго на него не будем, просто тупо вот тут пройдем, в надежде, что наши пацаны там, и никто из них не помрет. Вот, вроде как все тут. Вроде как замечательно. Неожиданно мы проголодались, и у нас прям очень быстренько уходит еда. Кстати, неожиданно восполнилось. Потому что кто-то себе, блин, в щеки засунул ее. Чего лишь? Так, я все. Я в новой локации. Тут опять вот эта штучка летает. В принципе, нам ни горячо, ни холодно от нее. Так, журнал. А, ну, кстати, вот в журнале тут и написано про вот это вот убийцу Киатала. Тьма вернулась. Это вот про вот эту штучку? Она всегда летала, эту, трибунчик, не урчи. Она абсолютно всегда летала. Вам нужно что-то сделать. Нужно найти вот эту штучку. И было бы у нас все замечательно. Так, тихо, ну я имею в виду. Я сейчас покажу мутацию, в общем, нам нужно найти. Справочник и вот она. Ну, это просто прочитать. Языка мне не хватит. Языка хватит, вот. Ну, найдем, значит, найдем. Скорее всего, не найдем, она тут не растет нигде. И не должно, по идее. А вот, кстати, насчет еды, которая у нас неожиданно восстановилась. Вот с этого момента хочется поподробнее все узнать. Так, я, наверное, как-то вот так вот сделаю. Вот. Ой, давай наедимся. Наконец-таки до гребаного отвала. В принципе, есть вариант просто вот эту еду сейчас кинуть кому-нибудь в инвентарь. А не по... А чё это я так мало восстанавливаю-то? Я понимаю, что я прокачался. Я понимаю, что я молодец. Но не настолько же. Зато смотри, какая локация прикольная. Действительно красиво выглядит. Так, а куда вы мне говорите идти? Я понял. Понял, понял. И куда это нам приказывают? Кстати, тут есть где-то пещерка. Пещерку... Давай пойдем все-таки. Давай просто проверим, что у нас там в этой пещерке, и потом из нее выйдем.
Опять же, не хочу я особо уже лутать. Только сказал сейчас то, что не будем ничего лутать, нам это нафиг не надо. И опять иду в пещерку, и опять лутаюсь. Ух, господи. Как же срань. Так тут точно ничего нет интересного. Ну смотри, реально ничего интересного, слово совсем. Возможно. Хотя здесь, смотри, что-то есть. Опять кузнечики. Опять эти... Тихо, тихо. Опять вот эти вот ресурсы, которые нам, я не знаю, зачем нужны. Ну, видимо, рано или поздно нам они как-то сильно могут пригодиться. Хотя на самом деле ничего из этого нам реально не нужно. Так, за кем я играл? За тобой? За тобой, за тобой. Уйдем. Так, опять же, еду себе немного возьмем. Вот эту. А то вдруг у кого-то не полный хп. И все, и валим отсюда. А что нам тут еще делать? Тихо. Вот. Да. Вот сюда запрыгни, поели. Трибунка. Трибунка. Красота. И можем отпускать ручки, и все будет замечательно. Вот, и нам вот туда нужно идти. Не, ну локация, в принципе, красивая теперь стала. Атмосферника, все дела, как мы все любим. Фильтр постоянно тут нужен. Кстати, я заметил, что именно нам восполняет стамину, оказывается. Это вот этот вот синий дымок, который мы только что с тобой видели. Он почему-то восполняет стамину моментально. Ой, возможно, еще чем-то. То есть, смотри, вот синий дымок. Смотри, фига. Может быть, он восполняет еще и... По-моему, там метаболит это. Ну, так, короче, меня понял. Короче, метаболизм улучшает, наверное. Тихо, там что-то пылесосит. Мы стоять и смотреть, как там что-то пылесосит, не хотим и не будем. Ва, еще одна прокачка, дачка, ну, это замечательно. Ну, еще-то мне хочется предложить. Глазки вот эти твои. Замечательно. Проекция рассказала трибумам о новом рецепте, который защитит их от жестокого света врагов. И... И что ты нам показал? Вот эту штучку? Водный и вот этот хероводный. Это, в принципе, замечательно, но мне вот этого бы вот дали бы, было бы ой как круто. Я бы ходил бы, души не чаял во всем и во всяк. Вот почему его до сих пор не дали? И почему вот у него глаза такие, а дает он нам другую? Хотя на самом деле силу не по-другому. Или может это рандом какой-то? У него две мутации тут. В общем, ладно. Я думаю, что опять магия монтажа, хотя... Да, магия монтажа в любом случае нам... Нужно хотя бы что-то тут прокачать, просто чтобы отставить. Ну а задерживать я тебя точно не буду, потому что ты это уже неоднократно видел. Да и, собственно, я тоже. И еще. Я, собственно, прокачался. Я еще заодно нашел в той вон пещерке. Как ты уже понял, сейчас тебе подожди, древо мутации. Я нашел последнюю частицу до тела комбинатора. Вот. И прокачали ее. Естественно, там была мутация самого вот этого тела комбинатора. Вот, и теперь мы, наверное, будем искать тройной глаз, да? Нам для этого всего-то нужно найти вот эту вот детальку. Хотя, если честно, я бы пошел бы вот эту вот штучку искать. Либо, во всяком случае, вот эту. То есть, как бы и это мне вот очень симпатизирует. Особенно вот это, но я ее найти уже не могу. То есть, она где-то спрятана, хер просышь где. Возможно, нужно другую локацию, может быть, что-нибудь другое. Так, хорошо, мы с тобой вроде как все тут сделали. Вроде как бы все. Можем, в принципе, опять же отправляться в путь. С другой стороны, я бы на самом деле все-таки... Не, ну допустим, вот эту штучку мы с тобой не найдем. Тогда давай другое найдем. Не, ну это мы вряд ли. Вот это можно отслеживать. И вот эту штучку пустынные... Ва. Для хранения воды. А мы их ищем, Они у нас были, но всплыли. Как это красиво, как это весело. Смотри, сколько тут еды, кстати. Давай хотя бы несколько поднаберем. Тут съедим просто по приколу. Вот. С другой стороны, мы можем вот это сейчас собрать с тобой. Как бы вот у нас тут есть... Слушай, подожди-ка, а может мы что-нибудь сделаем с тобой веселенько? Это нам тут, по-моему, надо было. Ти? Нет, не ти. Какая-то из этих вот способностей мне было нужно, вот она, по-моему. Если я не ошибаюсь, вот это требует вот это, все, я понял.
Я, если честно, не хочу. И очень сильно надеюсь, что в игре нас не заставят абсолютно все мутации вкачать. Чтобы полностью выиграть селитр. Ну, как это весело. Так, мы вроде как дошли до края карты и... Давай-ка проверим, что это там такое. А, ну да, действительно, кстати. Человеческая голова. Прям на полном серьезе. Да, давай полетели отсюда. Действительно, человеческая голова. А что она будет делать? Так, и я чё, усю, что ли? Не, ну может быть сейчас выиграем, подожди, что-то я тут не понял, что-то прикол какой-то происходит. Тихо. Вот кто мог знать, хотя на самом деле, по-моему, там было показано на карте, блин. А я что-то как-то даже не обратил внимания, то что... Тут у нас какая-то такая тонкая дорожка. В принципе, могли бы проплыть это, но мне что-то кажется, что нет. А чё она такая красная-то? Она разве всегда такой была? Что как-то не обращал внимания. А, он такой медленный. Еще медленнее стал. Люля. Тогда мы успеем с тобой восстановить. Это если честно. Что-то как-то не хочу. А то потом еще в итоге у меня кто-то из трибомчиков моих помрет тут. Так что ну его нафиг. Давайте лучше сразу как-то мы туда запрыгнем. Игра нам явно сейчас дает шанс туда забежать. Так, все, пацаны, я надеюсь, вы не умрете. Потому что в прошлые разы вы умирали. Точнее, раз. Один был. Вот. Так, пацаны вроде как пришли, никто не застрял, все красиво. Так, ну-ка на-ка. А, он уже что-то себе сделал. Кстати, нужно поесть, потому что я еще прокачал им здоровье. Вот. Так, это здоровье. Может ли существо, о котором говорил старец, быть где-то рядом? Без понятия. Возможно, возможно, голос из ниоткуда. Может быть... В этой игре нифига не понятно, где, что, кого, зачем и почему. Так, вот тебя, наверное, вот куда-нибудь вот сюда дадим. Тебя штучку тоже сюда. Точнее, даже вот сюда. Вот. Для чего и зачем? А чтобы вот эти вот штучки делать. Потому что как-то неудобно. Да зачем мне их делать, я пока не знаю. Но как вариант, у него должно быть пустой инвентарь. Вот. И что ты мне предлагаешь? Тьма вернулась, найдите несчастное существо, известное как Гризотруп. Вот. Дайте его. Хорошо, локация у нас достаточно мелкая, поэтому, может быть, найдем. Ведь какие звуки интересные. Ба. Так, я есть тут. Какая-то еда интересная. Может, она нам для чего-то нужна, да? Ну, как вариант. Опять какую-то веселуху делаем. Ну, пофиг, пусть сделаем. На самом деле, надо было сохранить это все. Здрасте. И здесь как раз Гризотруп вот этот. Игрушка такая-то притихая стала, без музыки, без всякой керни. А скрымачки какие-то будут. Где будут скрымачки, то весело, прикольно. И вот есть что такое. Как это пацаны, кстати. Так, а пацанов я на самом деле жрать что-то как-то не особо хочу. Тихо. Давай одного пацана все-таки съедим. До одного. Вот, а второго нет. То есть средняя разрывная бомба это малоэнергетическая бомба. Черта. Ты что такое и как тебя можно съесть? Кем точнее тебя можно съесть? Я просто не помню, что он конкретно делает, на что он влияет. Давай вот на тебе это посмотрим. Придется, конечно, вот так вот как-то сделать. Вот. Так, а теперь найти тебе. Ты есть где? Там какая-то срань происходит. А он где вообще? Ты есть он? Или ты вот есть он? Вей. Это не очень я хочу делать. Так, а у тебя что-нибудь есть интересно? У тебя есть, так что ладно, тебя придется сделать. Так, хорошо, ты где? Ты вот. Ва. Нельзя замечать вас вот таким вот образом. Было бы красиво и весело. Тихо. Кстати, а зачем я это с собой тащу? У меня случаев нет таких ног. Я нет, поэтому тащу, видимо. Хорошо. Так, где ты? Все, я у тебя. Бокс есть. Еще сейчас будет. Только не хобот. Это вот это отнимает у трибома ноги. Теперь он может только катиться. Но не прыгать.
А нафига это? Я могу только через Shift это все делать. Непонятно здесь сейчас. Зачем мне это? Ой, смотри, она снова тут появилась. Видимо, мы сейчас что-то должны взрывать, наверное. Так, я не понял, зачем мне вот эту штучку дали? И вот это что такое? Так, ты давай возьми. Вау, у кого есть место в инвентаре? Вот у тебя. Еще одна какая-то штучка. Квадратиков у нас с тобой больше нет, поэтому нужно найти еще кого-то, кому можно это отдать. Господи. Бах. Так, и кому это можно отдать? Вот чисто гипотетически, пульсирующий нестабильный фрукт. Вот что он может заменить нам? Лучше на тупо. Ой, короче, срако, если еще что-нибудь дадут. Ты что такое? Требом с этой мутацией в конце концов взорвется. Зачем это? А для чего это? Для кого? Ну ладно, возьмем, как вариант. Может, нам потом пригодится. А что делать-то? Игра, ты... Это, скажу, что делать? Что-то взорвать? Вот этого чувака взорвать, что ли? Зачем? Так если убить кого-то надо, то давай вот эту штучку наконец-то постражимся с ним. Ну, естественно, он это... Правда, как в него попасть с этой херни? Ну, сейчас он прыгнет сюда. Ну-ка, давай вот так делаем. Ну, конечно. Падай давай уже. Давай, 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 давай. И? Да это явно не то, что нам нужно. Ну, тут что-то есть. И вот тут нам показывают. Вон как бы трибумчики. Можем стать бездогими трибумами. Можем взрывать. Для чего? Для кого? Непонятно. А может быть, на карте что-нибудь там скажут? Не, на карте там ничего не говорят. В общем, магия монтажа, пойду посмотрю, что делать вообще. И, кстати, смотри, что я тут нашел. Даже какая-то веселка. Какое странное место, подумал трибум. Еще более странно были чувства, звучавшие в его памяти, голосом из давно покинувшего мира. Смотри, детская площадка. А видишь, какая веселуха. И явно не для трибумов с их ногами. Они и так могут запрыгнуть спокойно. Вот. Так зачем нам это? Не совсем понятно. А? Поняли. Таким образом мы сюда спровоцировали это. Ну понятно. А вот, кстати, он живой оказывается. А Свигаль, ты живой? Как ты вообще ходишь? Тебя должно было перевесить, а должен был наклад... Ну ладно. Ты хочешь что-нибудь украсть, что ли? Случилось то, чего они боялись больше всего. Математик был жив и создал это чудовище на колесах. Неужели этот кошмар никогда не закончится? В смысле, не закончится. Так, пацаны, только не умирать. Я без этого уже не хочу это. Повернуть этого огромного монстра казалось трибуму почти невозможным. Поверхно точно. Но у любой проблемы находится решение. Если хорошенько подумать, эта проблема и была не исключением. Закидать его говном, что ли? Существо так жадно и слепо вцепляло свои жертвы, что его можно было заставить поглотить практически что угодно. Что угодно? Тихо. Что угодно? То есть вот этих пацанов, что ли, поглотить? А, я понял. Я понял, что от меня игра требует. Я понял. Вот эта штучка есть. Возможно, одна из мутаций могла бы помочь трибумам взрывным образом решить эту проблему. Да, и вот таким вот образом его надо фигачить. В принципе, окей.
Я-то думал, то, что неужели понадобится вот этот ремонт, который будет кидаться всякой разной говной. Как ты видел, вроде как должен был... Тихо, можно вот эту штучку съесть, ремонтчик? Ну, как бы ладно. Я, наверное, ее съел, просто он меня уже засосал в тебя, так сказать. Ну еще давай съедим, поскольку у нее там хп, я пока еще не знаю. Лёка, ребунчик, съешь ее. Блин, он ее превращает вот в... Вот, куда он пойли? А вот куда этот ребун сейчас бежит-то, я не понимаю. Вот куда вот он побежал? Ты посмотри на него. Взрываемся. Надо на самом деле другого трибуна взять. Это какой-то полудурочный все. А у меня веса везде нет. В этом вся и проблема. Слушай, а я могу... А, вон еще моих других трибунов есть. Вообще абсолютно бесполезная вещь. А вообще бесполезно. Там мои трибуны до сих пор как-то жрутся. Так давай инвентарь зайдем. Это пока будет пауза у нас. Инвентарь. И нужно кого-нибудь, допустим, тебя. Так тебе все вот это вот перекидываем. Блин, если я ему сейчас перекину, он же начнет это жрать, блин. Во. Так, Туга. Вот Туга ты есть кто? Ты есть вот он? Да, ты есть Туга. Жри вот эту штуку. Туга, жри эту штуку. Превращай давай быстрее. Туга, очень красиво. И вот и все, мы его победили, мы молодцы. Был достаточно слабенький был босс, кстати, с него что-то выпало. Ты бы мы решили, что здесь они не смогут найти существо, которое способно съесть Киатала. Нет, это место было отравлено. Ничто животное не захочет оставаться здесь. Нужно было продолжить поиски великого чудища. Так я сейчас кое-что не понял. Почему я сейчас поглотил какую-то херню, моментально стал радиационным вот этим пацаном? У нас уже есть один. Я не хотел, я ничего не дожимал, честное слово. Люди. Видимо, бусик закончились. Нам нужно идти теперь вот в эту сторону куда-то. Вроде по стамине у нас все замечательно, только я бы хотел бы взять быстренького пацана. Быстренький пацан, ты есть где? Вот, вот он, а вот быстренький пацан. Красота ты только. Да заметь, мои трибумчики вроде как не погибли, не потеряли свои мутации. Так что, все замечательно. Нам куда-то вот в эту сторону. Ну и да, в принципе. Стамину мы себе полностью восполнили. Дальше там что-либо исследовать не хочу. Ничего, скорее всего, интересного не будет. Да даже если нам что-то понадобится, нам это дадут. Я уже пришел к такой вот именно логике. Потому что, заметь, если что-то нам нужно, нам это дают. А вот всякие разные мутации, которые разбросаны по этому миру, они от слова совсем бесполезны. Вот помнишь, мы нашли с тобой... Так, а как? Подожди. А, тут сейчас будет проход, понял тебя. Помнишь, мы нашли с тобой вот эту дудку, которая привлекает вот этих кругляшей? Так вот, эти кругляши нам все это время были не нужны. Только на одной локации, где с помощью этих кругляшей мы должны были их к себе позвать и активировать некую загадку. Все, больше нам никак не нужно. Кругляши не жрут, они нафиг не нужны. Даже если их жрут, то все равно это чисто рандом кого съедят. Либо кругляши, либо вот этих вот пацанов наших трибунов. Вот. Мы, кстати, на какую-то огромную локацию перешли. Возможно, сейчас с кем-то будем сражаться. А может быть, и нет. Давай посмотрим, как у нас тут этот... Летит сюда цилиндр. Цилиндр. Давай быстрее. Да, в принципе, нам некуда пока спешить. Так, нужно найти какого-нибудь пацана и поесть нормально. Не тебе. Вот тебе. Ручка. Так, и все, мы снова куда-то пришли. Снова в какое-то веселое место. Давай опять же наедимся полностью. Опять у нас проблемы с гребаной водой, со всей этой херней. Так, а куда ты нам предлагаешь идти? Куда-то прямо. А спереди у нас опять прокачивалка.
За хера мне твоя прокачивалка, я пока не понимаю. Возможно, все-таки игра нам намекает, что чтобы пройти меня, тебе нужно взять... Так, нужно найти опять этого пацана, у которого три ноги. Вот. Четыре. Ой, побыстрее дайте. В принципе, когда он так вот катится, ничего особо быстро не происходит у нас. Нам, кстати, нужно одну штучку найти. Но она опять же в песочнице. Ну, точнее, в песочном мире. А так вроде нам это пока не надо. Хотя, хорошо, я готов. Игра. Слово, видимо, магия монтажа, что я тебе могу сказать. Это опять у нас прокачивалка именно трибунщиков. Именно их перков, именно их навыков. И все вот это вот херовина. Я? Давай только почитаю, что он мне там даст. Вот этого срань. А, видимо, наконец-то мы плавать можем. Мы можем перевоплотиться в гробаного осетра. Замечательно. Проекция из бассейна поделил свои мудрости с трибунами и показала им, как защититься от жесткого света их врагов. В очередной раз. И... позволяет коже трибуны ощутить сильный запах. Вот это, кстати, прикольная тема, но я вот не знаю, где вот эту штучку найти. Я как бы знаю, но мы в последнее время с тобой не видели. Ладно, магия монтажа. И я ушел. Я, в общем-то, прокачал себе опять жизни, потому что теперь-то на нас нападают всякие разные боссики, они из ниоткуда появились. Поэтому придется, видимо, что-то с этим делать. Так ты там кто и вообще что-то мне нападаешь опять? Это опять? Замечательно, только за что вы меня так любите-то все? Так что мы с тобой сейчас будем делать? Можем пойти, в принципе, вот в эту пещерку опять. Что-нибудь попробую там найти. И на этом, наверное, все. Вот он. Это на самом деле, опять же, смысла огромного не вижу от этой пещерки. Мы уже в любом... Так, толстая кожа поможет тебе все остальное. А можно, пожалуйста, мне трибумчик сюда? Вот честное слово, играю. Я бы хотел, чтобы все трибумы сюда перешли. Я нахрена себе столько делал трибумчиков, если вы не идете. Если вы там застреваете... Ну да, давай подождем, давай за трибумчиком. Мне нужен определенный трибум, который будет этот. Пацаны, я вас могу скинуть туда. Ну, шли туда все. Давай, давай. Вот мне конкретно нужен вот ты. Не, чувак, ты именно туда идешь, либо ты идешь. Тут из вас, короче, должен туда пойти. Да давай, не привлекайся со мной. Спасибо. Во, вот именно он мне нужен для определенной вещицы. Мы можем с собой найти... вот, отыскать. И вот именно вот эту штучку. По крайней мере, можем попробовать. Ее тут нет? Печально. А ты видишь, что такое? Так, подожди, ты есть что такое? Да какая-то херня непонятно, хорошо. Ничего интересного тут, видимо, нету. Ну, или есть, я просто не знаю, что именно. Не, вот там как бы предлагают попить водицы и потом куда-нибудь ее это, пофигачить. Странно, водица, конечно, ну, не суть. Хотя тут, по идее, жарко, так что она должна кипеть. Что ее тут не должно было быть вообще изначально. Тихо. Ну-ка, ничего ты нам дашь? Ничего особого, как я понял. Так, давай опять же КПшку быстро едим. Вот это у нас вода, как я понял. Не, по сути, ненужные вещи. Ну, такую себе. В общем, ладно, возвращаемся обратно. Я-то думал, что мы тут найдем какую-то с тобой мутацию. Нифига мы тут с тобой интересного не нашли. Ну, как бы нашли, но с другой стороны, нифига не нашли. Во, замечательно. А теперь все заново. Так, может мне, пожалуйста, доставить, я тут не во что не врезать. Все, спасибо. Так, пацаны, я надеюсь, что вы сейчас все будете около меня. Во, спасибо. И вот за тобой мы как раз сейчас побежим. Так, ну и что, идем, получается, вот в ту сторону. Еду у нас, в принципе, проблемы есть, но... со стамины ее особо и нету. Так что, ладно. А, ну еще надо было посмотреть, что там нам нужно для того, чтобы стать осетром. Вот. Ну, это мы немножечко позже сделаем. Наверняка нужны были рыбки, а рыбки это вода, а вода это там сейчас у нас ее не будет. Ба. Ну, надеемся, что рыбки нам не понадобятся. Хотя, чтобы стать осетром, не нужна будет рыба, это было бы смешно. Так, я пришел, точнее, прикатился.
Древо мутации и рыбка. Я уже могу ей стать. А, нет, не могу, это что-то другое. Нужна вот такая рыбка и вот такая херовина какая-то. Окей, давай посмотрим, может быть, найдем что-нибудь такое. Я, ну рыбку-то, скорее всего, найдем. Но вот так и справишься, ты чуть не... Я не с того играю. Бля, я не с того играю. А что-то как-то... Не хочет особо ничего делать. Я имею в виду вот этого цилиндра, что-то он там где-то застрял, и все. А что он так долго идет? Ладно. Мы его подождем. Так только нужно сохраниться, а то... Мне кажется, что мы давно с тобой не сохранялись, и потом что-то не то произойдет. Так, я нашел уже. Это как бы плюс, а другой минус, то, что у меня тут вещей никаких нет. Вот. Можем тебе вот так вот дать. А тебе вот так вот. Эта штучка нам, скорее всего, уже не нужна, но ладно уж. И где она? А можно мне, пожалуйста... Спасибо, игра. Тихо. Вот. Мне сколько таких? 3 штучки нужно. Вот еще одна. И все. А теперь нужно найти того осетра. Осетра главного. Так, где осетр главный? Осетр главный, вот он. Но он пока не появился. А, нет, появился, смотри. А, вот он. Смотри, как повезло. Так, ну и все. Древо мутации получается. И менять мутацию. Прикольная вещь, но на самом деле не особо нам нужна. Замечательно. И что делать? Это было очень честно с своей стороны. Просто появиться из нихера и потом сожрать моего одного трибуна. Максимальная честность этой игры. Ну, если честно, мне уже настолько похеру морские знаки, что ты фиг вы с ним. Так, опять какая-то штука на нас нападает. Ладно, украдите у груздотруба сердце, украденного у Киатала. Во веселуха-то. Я у нас чувачок, который все будет жрать. Вот он. Так, нам, в принципе, по барабану, мы вроде как с тобой... Да, можем бесконечно вот такую херню страдать. А что, будем просто тупо все вот это вот красть? Все вот это жрать, и потом отправимся это... Бить лицо этому Киаталу, Кираталу. А просто нужно побольше сделать себе бомбочек. Ну, по крайней мере, только так я его, наверное, могу завалить. Это же он, по идее, всех жрет, или как, я не понимаю. Так, давай, хватит не светить, честно слово. Да и сейчас я Майк избил, конечно, всех пацанов. Так, пятерочка. Пятерочка. А, он все. Так, возможно, мы как бы все тоже. Так, троечка съесть. И вот эта штучка что делает? Так, позволяет рыбу маскироваться, избегая хищников. Зачем нам это? Так, это не то, что нам нужно, если честно. Не совсем то, что нам нужно. Я кого должен убить из вас? Ну что, да, куда-нибудь переместиться? И вон трибу этот, математик там сидит и смотрит. Уж я могу тебя уничтожить? Спасибо. Уж спасибо. В биг попадешь. Я надеюсь, что нам они здоровье не убивают. Так, нам как минимум нужно, кстати, поесть. Ну реально, как минимум нужно съесть. А то еды у нас уже нету. Фиг знает, куда она исчезает, то она куда-то исчезает. Так, пацан идет сюда, ну его нафиг. Если в итоге всех нас перебьют. Ну такой Киатал-то.
Может, нам нужно вот реально вот туда просто перейти и все. Ва, как же мы быстро с тобой стамину теряем. Да, хотя бы прыгать, так меньше ее терять. Тихо. А теперь запрыгнем, пощипать, я говорю. Так, ну взаимодействовать. А, это кого-то оживить. Ну, давай тебя живем. У нас вот на самом деле, я смотрю, много кто помер. Терку, давай живим тебя. Не знаю, правда, зачем, но... Почему бы и нет? Так, может только теперь отсюда выйти и съесть? Только нам нужно еды зажрать, честное слово. Никого мне убивать из этих всех? В смысле, уже никого убивать не надо? Не понял. Или мы типа убили, мы молодцы. Красавцы. Так, инвентарь, подожди, не инвентарь, а карты. Украдите у грыза трупы это сердце. А где грыза трупы? Да он перешел. Что происходит? В любом случае нужно... Короче. До свидания. Нам что-нибудь дашь интересного? И ничего интересного нам он не дал. Естественно, еще одна херовина решит напасть. Побольше херовины, которые на нас будут нападать. Давай-ка их всех тут перебьем на всякий случай. На самом деле, вот это, кстати, прикольная мутация. От надоев живых вот этих вот пацанов убивают. А, он убегает вообще дальше. Ну ладно, тогда просто возьмем сейчас, понагидим все будет весело. Но если он сейчас начнет выпендриваться, то мы ему закинем херой. А он нас не видит, потому что у нас один невидимый, помню. Я теперь у нас убил. И? Ему ровно нужно 3 штучки, что ли? Мы ничего сделать с этим не можем. Или боже. Вот тут, по идее, последний, и все бы. Сейчас его сделаем и убиваем. Да по идее, а по факту я не знаю. Док, иди-ка сюда. Вам серию точно будет называться «Трибуна дали отпор», потому что мы первый раз тут кого-то убили. Ба. Иди сюда. Я думаю, фиг с ними, со всеми этими золотыми рыбками. Ну, я просто понаедимся. И кому-нибудь превратим в Ащётр. Допустим, тебя. Вот. Так, Ащётр, ты есть где? Ты вот он. Бутировась. И ущу. Ащётр. Вы же Ащётр? Ащётр. А теперь бежим. Бежим, грубо, плавать. Нам куда-то вон в ту сторону. В принципе, без разницы, куда именно. Давай иди. Дядя, ты страшно прям офигеть его несет. Так, подожди. Я плаву настолько быстро, что прям... Что сейчас он просто тупо перебьет всех моих трибун. Я успею-то? Я же не успею. Я никак ускориться не могу. Это мне так повезло или что? Я же никак ускориться не могу. Может, он сейчас замедлится? Или мне надо было туда куда-то идти? Ну, там долго обходить это все. Да не, ему как-то по барабану. Замечательно. Игра окончена. Давай попробуем налево пойти. Автосохранение 1 минуту назад. Ба. Автосейф еще не прошел. Это, видимо, тогда, когда я еще и не стал Ащётром. Игра, я нажал на автосейф. Спасибо. Ба. Да и что вы мне предлагаете? Вот это все обходить, что ли? А я успею, оно достаточно быстро идет. Ладно, давай, где у нас тут 4-ногий? А быстрее всех перемещается, соответственно, нам и нужен. Вот. Ну и все, и ползем, получается. Прямо тут перед этим досом. Возьмем, пофигали. Вот.
Еще бы тут какая-нибудь мутация была, которая нас бы ускоряла. Был бы замечательно, был бы красив, был бы весело. А по факту ее нет. Моих три бомбы там сбивают. Но что делать? Никак иначе. Почти по тебе огромное. Ой, я чувствую, как он прям рядом. И что, игра нам предлагает как бы успеть за это время, да? Хотя, в принципе, успеваем. Но это если бы у нас бесконечно было бы самин. А так вроде как не успеваем. Вер. А они у нас достаточно далеко еще. А, ну ладно. То успеваем, то не успеваем. Ой, смотри, как я быстро перемещаюсь. Казалось бы. Тихо. Вот самое главное, вот не попасть, а то... Я как понял, тут прям секунда-секунда идет. Тихо. Восстанавливаемся. И снова ползем. Ну да-да-да, конечно, я буду на каждую кочку тут, блин, бегочку застревать в ней. Кстати, скорее всего, сейчас мы еще одного потеряем, потому что тут 100% кто-то из трибумов застрянет. А если я тут, блин, иногда подзастреваю, и обо все тут, блин, обьюсь, как этот шарик из пинг-понга, блин. Наверняка мои ботики это сделают первостепенно. Или где-то, кстати, может быть, никто не умрет. А может быть, и умрет. Так, и, ну да, цилиндр далековато, там что-то произошло веселое. А вон, кстати, походу, и чувачок, который все жрет, да? Мы его, собственно, нашли. Но я думаю, на этом моменте надо закончить, потому что уже 41 минута. Мы приехали. Кстати, смотри, что-то упало сюда. Откуда эта штучка взялась, я не знаю. Ладно, я сохраняюсь, и на этом все. На этом заканчиваю. В следующей серии что-то у нас, может быть, будет веселое. Следующая серия, может быть, будет финальщиком. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. И если ты туда приходишь, вот спасибо, что ушел. Ну и все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. И смотрите на прикольную картинку.